вот начало нового дня. Как вам спалось? Ну что, как вам шмус? А вы что, жуете яичко? Это завтрак вы кушаете? Вам нравится, как здесь кормят? Работать заставляют? Ну, хоть не... Слава богу, хоть не бьют, да, пока еще? Ну, это хорошо. Вы готовы к сегодняшнему дню? Да. Шмус, это круто? Здравствуйте, девушка. Скажите, пожалуйста, как вам шмус? Эй. Алло, как вам шмус? Третий день уже на шмузе. Нам все нравится, кормят вкусно, в принципе. Жить можно, жить можно. Вы тут собрались все? Просто так. На урок. На этот. На урок. Нет. Нет, это все сейчас пойдет этот. Да, все. Тёма, что ты здесь делаешь? Зажигаем, качается земля. Зажигаем. Жить можно. А вот это наша Света, которая отвечает за все на свете. На то она и Света. Света, какая шалом. Красивая. Света, шалом. Шалом. Как тебе шмус? Отлично. А что это ты делаешь? Готовлюсь к мастер-классу по расписыванию. Вот такого подсвечника. Ух ты, ничего себе. Посвященному Израилю. Здорово. Наши детки сегодня будут заниматься творчеством. Они 27 років. А ей, я думала, просто я иду, я скажу. Очень жаль всех, кто не приехал к нам, потому что мы очень круто проводим время и надеемся, в следующем году вы будете с нами.
жить можно.